Авиакомпания Iran Air подписала контракт на закупку 80 пассажирских самолетов Boeing. Цена сделки превышает 16 миллиардов долларов США. Заключение контракта стало возможным после снятия экономических санкций с Тегерана. Это первый контракт иранской гражданской авиации с западным производителем почти за 40 лет. Ранее был подписан аналогичный документ с Airbus, однако детали поставок продолжают обсуждаться.